Деякі заспокійливі перетворюють людей на овочі. А Біфрен знімає стрес і зберігає мозок активним. Біфрен. Працюй спокійно та ефективно. Помогите оттолкнуть лодку. Давай, звони дежурному, вызывай всех наших сюда, по тревоге, быстро. Убийца может выплыть где угодно, мы его упустим. Почему из ваших людей здесь только один сержант? Так кто ж предполагал, что он нападет так вот при всех? Это маньяк. Не упусть. Держу. Все хорошо. Анна Александровна, кто это был? А, кто на вас напал? Не надо, у меня шок. В маске? Аквалангист? Перекрыть озеро по периметру, все прочесать. Давайте я ее отвезу. Я сам отвезу, все, оставайтесь. Ищите аквалангиста! Погоди, у тебя что, снова была паническая атака? С чего вы взяли? Ну так дышишь, как будто за тобой кто-то гонится, еще и пульс зашкаливает. Просто нырять пришлось глубоко, не отдышалась еще. Все в порядке. Оксана. Я, конечно, предполагал, что наш сиреник может быть истероидом, но чтобы настолько явно выраженным, это уже... Почему истероидом? Ну, во-первых, он стремится любым способом привлечь к себе внимание. Украшать тела убитых женщин водяными лилиями – в этом явно читается такой элемент демонстративности. Ну, а сегодняшнее нападение – это вообще за гранью. На глазах у всех, страшно рискуя попасть в лапы полицейских – это… А зачем ты звонила Петру? Вы же его психологический портрет описали, разве нет? Ну, что ты. Наш Петр, скорее всего, гипертим. Он всегда положительно настроен, ну, самоуверен, действует хаотично. Но ты ведь ему звонила не только потому, что я составила его характеристику, верно? Он сегодня купил акваланг. Говорит, хотел найти источник блуждающих огней. Я сразу поняла, что он врет. Только разбираться было некогда, надо было записать это обращение. Ты что, думаешь, это он напал на Анну? Не знаю. Взять его за шкирку и вытрясти из него правду очень хочется. Да. Только я сильно сомневаюсь, что на весь Черноозерск лишь один акваланг. Да. Может, и не один. Только все это слишком подозрительно. Черт. Я почти поверила, что он нормальный человек. Ну, все. Едь аккуратнее, пожалуйста. Господи, Анечка, она шить будет? Да, конечно, зашьем рану, все будет в полном порядке. Кто?
что это сделал? Я не видела, он был в акваланге. Все, дальше посторонним нельзя. Дмитрий Юрьевич, вы лично гарантировали ей безопасность. Вы должны его найти. Найду. Поехали. Дмитрий Юрьевич, подождите. Да. Вы должны это увидеть. Ну все, пойдемте. Это канал Чернышенко. Да. Он как раз сегодня собирался погружаться с аквалангом. Петя, ну разве так можно делать? Ой, здравствуйте. Оксаночка, хорошо, что вы пришли. Заходите, пожалуйста. Здравствуйте, Вера Павловна. Это Аркадий Львович, мой помощник. А что, Петра нет дома? Петя пропала. Он поехал на Черное озеро. Давно должен был вернуться, и телефон не отвечает. Я ему говорила, не реагируй на эту анонимку. На какую анонимку? Ну, письмо пришло на электронную почту. Простите, а что было в письме? Хотя бы примерно. Постарайтесь вспомнить подробности, это поможет поиск. Ну, я помню дословно. Ты не там искал. Ответ под водой, а не на берегу. Там еще была карта Черного озера и три точки. Оксаночка, надо полицию поднимать. Я очень волнуюсь. Петя в беде. Вся полиция сейчас на Тихом озере. Там напали на Анну Кострицкую. Боже мой, с ней все в порядке? Да-да-да, мы успели ее вытащить. Аркадий Львович, тогда поедем на Черное озеро. Я с вами. Смотри, как эти двое спелись, а? Позвоню в столицу, пусть отзывают Белую. К чертям собачьим. Профессионал мне тоже называется. О, на ловца и зверь бежит. Петр, добрый вечер. Вас мама, что ли, вызвала? Что? А где твой акваланг? Украли. Да ты что? На меня напали на Черном озере, ударили по голове, пока я был без сознания, забрали дайверское снаряжение и телефон. Угу. И нападавших ты не видел, не помнишь? Не видел. Ага. А что вас так радует, Дмитрий Юрьевич? Ты, Чернышенко, ты прям человек-праздник. Ну, поехали, покатаемся. Все, подожди, что вы делаете? Поехали, поехали, тебе все расскажу. Ой, стойте, 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 что такое? Что происходит? Что случилось? А вам не рассказали еще, нет? Какой-то урод в акваланге чуть не убил Аню Кострицкую. Подождите, а почему тут он? Он был на Черном озере, а на Аню напали, на Тихом. И на меня тоже напали. Я не помню, сколько я был без сознания. Послушайте, если вам надо, сделайте медицинское освидетельствование. Что еще тебе сделать? Дмитрий Юрьевич, Петр имеет на него полное право. Да, и презумпции невиновности у нас пока никто не отменял, простите. Ну, поехали в больницу. Господи, Петенька. Поехали, мам, поехали. Ну, переломов и трещин костей черепа нет. Вот здесь, в затылочной области, имеет место гематома мягких тканей. То есть удар по голове все-таки был? Ну, может, он случайно споткнулся, упал, ударился затылком. Я не спотыкался и не падал. Ну, это скорее удар. При падении навзничь с высоты собственного роста травма была бы серьезнее. Ну, а при драке он мог получить такую травму? Я ни с кем не дрался. Ну, теоретически можно. Если предположить, что дерущиеся катались по земле и Петра сильно ударили головой об землю. Правда, тогда у него бы на голове и теле были бы свежие побои и ссадины. А я их не вижу. Ну, кроме тех, с которыми Петр приходил позавчера зафиксировать побои. В любом случае, вырван клок волос, что, вероятно, именно при драке. Я повторяю, я ни с кем не дрался. Как там Анна Александровна? Рану зашили, обезболивающе вкололи, спит. Ну так что вы здесь делаете тогда? Езжайте домой. А вдруг ей что-то понадобится, и потом дома я не могу находиться. Здесь рядом с ней как-то
Спокойнее. Слава Михайловна, все будет хорошо, не беспокойтесь. Врачи сказали, угрозы жизни нет. Так уже нет. Но как подумаю, что ее могли убить. Скажите, а можно как-то установить, когда именно был нанесен удар? В течение последних суток. Точнее, увы, сказать не могу. Ясно. Поднимайся, поехали. Вы же не собираетесь допрашивать его в таком состоянии? Еще как собираюсь. Это он на Анечку напал? Пока ничего не известно. Всего доброго, до завтра. Свидетелей, которые могут подтвердить, что ты был на Черном озере, у тебя нет. Нет. Послушай, я же не идиот. Если бы я планировал нападение на Анну, я бы, по-вашему, обсуждал свое погружение в интернете. Ты обнаглевшая сволочь. Предыдущие убийства сошли с рук. Вот ты оборзел. Я не убивал! Что скажете? Ну, астероид вполне мог бы демонстративно сообщить всем о своем предстоящем погружении, да. А ты потом пойди докажи, что я не на Черном озере был, а на Тихом. Да. Я, ну, не мог так сильно ошибиться в типировании. Да и ведет он себя сейчас не характерно для астероида. Тот бы, в свою очередь, сейчас демонстрировал, как ему плохо, и давил на жалость. Хотя... Что? Ты говорила о том, что он собирался стать актером? Послушайте, за последние 3 дня на меня 2 раза напали. Я бы на вашем месте искал тех, кто это сделал, а не вешал на меня убийство. Хотя, Господи, кому я это говорю? Это полиция на тебя напала. Избила, обокрала. Может, лично я, а, Чернышенко? Ты думаешь, ты самый умный? Слышишь ты? Кто я тебе? Девочка-поклонница. Что ты мне мозг выносишь? Поехали на Черное озеро, покажешь, где ты якобы был. Давай, что такое, герой, а? Испугался? Давай, пошли. Там проветришься, все пройдет. Идем. Дмитрий Юрьевич, пустите его. Нет никакого смысла ехать ночью на озеро. Утром все проверим. Сейчас надо заняться вещдоками после нападения на Кострицкую. Да, и Петру нужен постельный режим. Сотрясение мозга – это все-таки не шутка. Ну, давайте, да, давайте. Защищайте преступника. Давайте выйдем и поговорим, Дмитрий Юрьевич. Давайте, Оксана Ивановна, выйдем. Петр, посмотрите на меня, пожалуйста. Так. Ага. Даже если он тот, кого мы ищем, мы не имеем права допрашивать его в таком состоянии. Это уже не следственные действия, а пытки. Ну, вы еще предложите его отпустить. А что у нас есть, что предъявить ему, кроме акваланга? Любой адвокат развалит это дело в суде в 2 счета. У нас будет, что ему предъявить, если вы перестанете выгораживать Чернышенко. Я его не выгораживаю. А что вы делаете? Спите с ним? Перестаньте всех судить по себе. Значит так, я настаиваю на госпитализации. Возможно, кровоизлияние в мозг. Что вы устроили из-за небольшого удара по башке? Прям трагедию. Это Чернышенко еще тот актер. Дмитрий Юрьевич, у меня медицинское образование, и я знаю, что Чернышенко необходим постельный режим. Ну, хотя бы в ближайшие 2 дня.
Ну вот в камере и отлежится. Зачем? Поместите его в отдельную палату и приставьте охрану. Он никуда не сбежит. А давайте мы его на курорт отправим, а? Дмитрий Юрьевич, вот нашли. Где? На Тихом озере, на противоположной стороне, в зарослях. А вот вам и улики. Молодцы. Это твое? Мое. Петю арестовали? Задержали. Как он себя чувствует? Неважно. Я дал ему лекарство. Аркадий Львович, Оксана, Петя ни в чем не виноват. Вера Павловна, вы мать, поэтому априори... Не объективно знаю. Но как педагог с 30-летним стажем, я могу посмотреть на все со стороны. Петя циник и баламут, но это только на поверхности. На самом деле он очень добрый и отзывчивый человек. У меня когда были проблемы со здоровьем, он бросил работу и уехал из столицы меня выхаживать. Ну да, я родной человек, но он всегда и чужим помогал. Ну да, конечно, вы скажете, что многие маньяки выглядят как приличные люди. Вы даже себе представить не можете, насколько. То есть вы тоже думаете, что... Пока ничего не понятно, мы будем выяснять. Давайте мы подвезем вас до дома. Спасибо, да, конечно. Вера Павловна, мы едем к вам. Вот ордер на обыск. Прошу в нашу машину. Прошу. Притворяйся, ты в это время только приходишь домой. Thank you.
Вон хорошо. Только скажи, а Белая к тебе только по делу приходила или по личным вопросам тоже? А что конкретно тебя интересует? Ты любопытно просто. Что у них с Петром? Мы это не обсуждали. Ну, ты же так все видишь. Скажи, роман у них? Пока нет. В смысле, значит, будет? Поживем, увидим. Петр до нее еще пока не дорос. Не понимаю, это как? Все, спина у тебя не болит, и голова тоже. Я хочу спать, иди домой. Подожди. Я тоже хочу. А тебя дома не хватится? Мне не хватится. Вполне приятный завтрак. Кстати, хотел спросить тебя, Оксана. Первой половине дня я тебе не сильно нужен. Хотите остаться здесь, отдохнуть? Нет, нет. Я хочу сходить в больницу и поработать с Анной. Или, может, ты первый хочешь с ней пообщаться? Я думаю, что если вы первый с ней поговорите, будет лучше. И загляните к Сергею, расспросите его. Ну, вы помните. Да. Это вам. Спасибо. Ой, очень вкусный фреш. Спасибо. Вам нравится? Очень. А давайте я вам в термос налью, вы с собой на работу возьмете. Нет, термос не стоит. Ну, зачем эти хлопоты? Спасибо, не надо. Аркадий Львович, какие хлопоты? Мне приятно. Съезжу с Петром на Черное озеро, пусть покажет, где он был. Да не было его там. Мне сегодня утром Тамара звонила, ну, вы же знаете Тумочку. Да. Так вот, дорога на Черное озеро идет мимо ее дома. А она вчера весь вечер во дворе возилась и Петра не видела. Я чего вернулась? А давайте я вам к фрешику с собой тортик дам. Тортик? Да, шоколадный. Вы же любите шоколадный? Да. Алло, Дмитрий Юрьевич, Гуреев сбежал. Как сбежал? Да ну как, я утром пришел на смену менять Сан Саныча, а его нигде нет. Я давай его искать. Его нигде нет, ну, я по камерам, а вот в камере у Гуревича Сан Саныч наш и сидит. А Гуревич нет. Что-то случилось? У нас ЧП. По-моему, ты к нему прекрасно приготовился. Ты это о чем? Ты же не спал. Ты ждал звонка. И ты не удивился, когда Гуревич сбежал. Ты изобразил удивление, но... Но это же ты организовал побег. Ты же мой экстрасенс. Вот здесь я вчера погружался. Пойдемте. Помощь нужна? Нет, все нормально. Странно, что шеф не приперся. Так уже все ясно. Какой смысл ему тут время терять? Осмотрите здесь все. А что искать-то? Вчерашний день. Вы что, не в курсе, как осматривать место происшествия? Искать все. Следы, любые инородные объекты, двигаться от периферии к центру. Радиус 20 метров вперед. Покажите, пожалуйста, как это произошло. Я выбрался на берег вот здесь вот. Снял маску,
пошел к своим вещам за телефоном, чтобы позвонить маме. Взял телефон, присел. Дальше мне прилетело. То есть, получается, упали вы куда-то сюда? Я не помню, я вырубился. Анна Александровна, я сейчас буду перед вашим лицом водить карандашом. А вы только одними глазками будете следить за его движением и одновременно рассказывать о вчерашнем происшествии. Хорошо? Хорошо. А карандаш зачем? Будете меня гипнотизировать? Нет, гипноз я не практикую. То, чем мы сейчас с вами будем заниматься, называется десенсибилизация, проработка травм движением глаз. Ну, это часто используется при лечении посттравматических расстройств. Ну что, начнем? Хорошо. Так как это все произошло? Рассказывайте. Я поплыла на середину озера. И как только решила развернуться и плыть обратно, тут кто-то... Все. Ну что вы? Что, голубушка, успокойтесь, все нормально. Вы в безопасности. Продолжайте. Только не забывайте следить за движением карандаша. Хорошо. Я не успела понять, что произошло, но... Меня кто-то стащил с лодки, и я оказалась в воде. Я очень испугалась. Он начал тянуть меня на дно. Вы рассмотрели его? Нет, он был в маске. И я пыталась вырваться, но он был сильнее меня. Извините, пожалуйста. Простите, я не могу. Ну все, все, ну что вы, успокойтесь, все хорошо, вы в безопасности. У меня просто такое ощущение, что я снова захлебываюсь. Можно мы потом продолжим, пожалуйста? Ну что вы, что вы? Анна Александровна, вы молодец, вы делаете все, что нужно. Мы продолжим. Ну, а через несколько минут оно пройдет, поверьте. Извините. Ничего, ничего. Добрый день. Я же просил нам не мешать. А я на минуту. Дмитрий Юрьевич велел, как только пострадавшая проснется, нападавший был в ней? Да. Кажется, да. Что с вами? Вы изменились в лице? Больше вещдоков не обнаружено. Что, раньше много отдыхающих тут было? Не так много, как на центральном пляже, но хватало. До того, как начались нападения на женщин. Он мне сказал, что у него дико голова болит. Попросил принести что-нибудь обезболивающего. Ну, я принес, только открыл камеру, он мне бак по голове, я отрубился. А когда уже очнулся, так этот связанный весь с кляпом во рту. А почему ты, когда очнулся, на помощь не позвал, а? А вот! Все же на Тихое озеро этого аквалангиста поехали ловить. А как он мимо охраны прошел, а? Да он это самое, по пожарной лестнице спустился. Там замок на двери сбит. Вы понимаете, что вы натворили, а?
Мы все под суд пойдем за халатность! Так а я тут при чем-то, я только на смену-то пришел, вот. Людей к нему отправить срочно. Я уже отправил, там не было его. Ну и где мы теперь будем его искать? Чернышенко-убийца! А ну давай сюда его! Уберите от него руки, отпустите его! Мы его сами судить будем! Самосуд – это уголовное преступление! Смотри, как она убийцу защищает! Он пока что не убийца, он только подозреваемый! Да пошла ты! А ну сюда! Всем стоять! Садись в машину. Убийца! Заблокировать дверь и сдать назад. Убийца! Убийца! Спасибо. Не за что. Почему бездействовали? Сейчас приедем, рапорт будете писать. Мы что, должны были в своих стрелять? Из какой радости нам его защищать? Он людей убивал, чтобы стать звездой? Пусть теперь выгребает. Еще. Я понимаю, Сергей Васильевич, эта тема для вас, так сказать, болезненная, но постарайтесь меня правильно понять и по возможности ответить. Как вы думаете, кроме Виталия, кто еще мог быть любовником Ирины и отцом ее сына? Я имею в виду биологическим. Может, вы замечали в ресторане, с кем Ирина общалась более плотно? Я имею в виду из посетителей. Да. Не замечал. Я на кухне целый день, а она в зале. И мог это быть кто угодно. От мэра. Простите. Дмитрий Юрьевич, местные жители чуть не устроили самосуд над Петром, а ваши подчиненные сидели и смотрели. Оксана Ивановна, у нас хватает проблемы без Чернышенко. Гуревич сбежал. Когда? Ну, вчера вечером, приблизительно в то же время, когда Чернышенко напал на Кострицкую. Интересное совпадение, правда? Во-первых, еще не доказано, что напал именно Чернышенко. Ну, хватит уже, а? Я вам давно говорил, что они связаны. Вы не хотели в это верить. Вам Гуревич казался недостаточно интеллектуальным для маньяка. Ну, так вот, Чернышенко и работал у них мозговым центром. Все складывается, Оксана Ивановна. Кто вас подставил? Петр, если вы не начнете со мной сотрудничать, я ничем не смогу вам помочь. Я думаю, вы согласитесь с тем, что подстава была организована, мягко говоря, профессионально. А у кого у нас в городе есть такие возможности, как у него? Дмитрия Юрьевича. Вся полиция под ним. Кроме того, любого мелкого уголовника он может подписать на все, что угодно. Но там у Озерова подумали не о нем. О нем. Неправда. Есть еще кто-то, кто может за этим стоять. Но мысль об этом вы даже допустить не можете. Это Шевчук. Виталий раньше тоже увлекался дайвингом. И у него тоже есть акваланг. Я хотел у него попросить, но Виталий не отвечал на мои звонки. Вы поссорились? Из-за чего? Он был сам не свой после теста на отцовство.
Значит, он отец Валеры, он вам об этом сказал? Нет. Но он явно что-то задумал и не хотел мне об этом рассказывать. Понятно. Послушайте. Я не верю в то, что Виталий мог со мной так поступить. Большинство людей всю жизнь так живут. И не верят, что с ними может что-то страшное случиться. Но это не так. Оксаночка, прости, я как раз на твоем месте. Да-да-да, сиди. Да. Ну что, как успехи? Нашла что-то на Черном узле? Кроме ветки, на которой мог упасть Петр, больше ничего. А у вас что? А у меня более интересная новость. Анна опознала маску Петра. Только ей для опознания принесли всего лишь один экземпляр. Нарушение процедуры. Именно. Предмет для опознания предъявляется в количестве не менее 3 однородных предметов. Сюда. Как он мог сбежать? А что ты от этого Нарика хотел? Я отвез его на дачу, запер. Он отоспался, пожрал, ему приключений захотелось. Охренеть. Что охренеть? А нафига ты ему помог из вашей ментовки свалить? Сидел бы себе в камере, не создавал бы нам проблем. А ты совсем не соображаешь, да? На женщину нападал Чернышенко. Это значит, что Гуревич ни при чем. Его надо переводить в область. Там он походит по делу о наркоте, ты понимаешь? Через пару дней у него начнется ломка. И он за дозу нас сдаст с потрохами. Так он и сейчас нас может сдать, если снова попадется. Вот именно! Ну и что мы будем делать? Не мы, Эдик, а ты. Искать ты будешь. Носом землю рыть ты будешь. Что, я один? Да, ты один. Я тоже начал поиск для отвода глаз. Но ты понимаешь, что будет, если мои парни найдут его раньше, чем твои? Лиси! Здравствуйте, я коллега Виталия. Звоню ему в дверь, кто не открывает, не знаете, где он. А давно вы его видели? Ну, вчера точно не видела. Позавчера, вероятно, тоже. Хотя нет, позавчера видела, днем. Я из магазина возвращалась, а он из подъезда выходил. А вы не заметили ничего странного? Ну, обычно он здоровается, спрашивает, как дела. А тут мимо прошел и меня даже не заметил. Интересно. Скажите, а он с пустыми руками шел? С пустыми. Понятно. Спасибо большое. До свидания. А вы знали, что у Шевчука есть акваланг? У Виталия? Да, у Виталия. Откуда? А он занимался дайвингом. Хорошо, вы знаете своих сотрудников, Дмитрий Юрьевич. А вы готовы притянуть за уши что угодно, Оксана Ивановна, чтобы как-то отвести подозрения от Чернышенко? Зато я не игнорирую факты, как это делаете вы. Вы в курсе, что Шевчук уже 2 суток не появлялся дома и не берет трубку? Он в отпуске, мог поехать на рыбалку, отключить телефон. Он мог сбежать, предварительно подставив Чернышенко. Завтра должны прийти результаты анализа на отцовство. Что, если Шевчук знал, что они окажутся положительными? А вот давайте мы по этому поводу завтра и поговорим. А насчет Чернышенко, Кострицкая опознала его маску. Какие еще доказательства вам нужны? А я думаю, что Кострицкая была в таком состоянии, что опознала бы любую дайверскую маску. Ей ведь не предоставили несколько масок для опознания.
Я обязательно сообщу об этом в суде. Суд уже состоялся. Мера пресечения 2 месяца под стражей. Почему вы мне заранее не сказали, где и когда будет суд? Оксана Ивановна, я не ваш секретарь. Простите, но мне пора идти. У нас поиски Гуревича в разгаре. Оставил данные о местонахождении телефона Шевчука. Судя по всему, рыбачество на Черном озере, а это недалеко от того места, где напали на Петра Чернышенко. Вы и дальше будете делать вид, что все в порядке? Это координаты? Да, это координаты. Хорошо. Я отправлю туда людей. Я еще не закончила. Во-первых, нужно предупредить их, что он вооружен, может быть. А во-вторых, нужно срочно провести обыск в его квартире. Без санкции прокурора? Насколько я помню, у вас же нет с этим проблем. Через 5 минут выезжаем. Слушай. Где? А он сам. Продолжайте поиски. Нашли телефон. Шевчука пока нет. И вот в кладовке нашел. Ну, какой он пыльный. Занеси в протокол. Да. Хорошо. Продолжайте без меня. Мои парни искали Борьку, а наткнулись вот. Виталик, Виталик. Убит явно не сегодня. Может, это Борька его? Шевчук мог его засечь, но он его и обрухнул. Закопать получше дело в конце. Нет. Белая взялась за поиски Шевчука всерьез. Если она его найдет, мы с тобой как соучастники сядем. Здравствуйте. Позвольте, Анна Александровна? Да, конечно. Это вам. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну что? Как самочувствие? Как нога? Немного лучше, спасибо. Ну. Но в целом не очень. Рассказывайте. Мне же отменили снотворное и обезболивающее. Я что-то совсем не сплю. Кошмары мучают. Связанное с нападением. И вообще и с нападением. А скажите мне, пожалуйста, Анна Александровна, а в реальности вы не видели лицо нападавшего? Может быть, вспомните какие-то детали? Ну, я рассмотрела только глаза. Глаза? Угу. У меня вообще такое ощущение, как будто я знаю этого человека. Интересно. Вы подозревали, что Шевчук убийца, а он очередная жертва. И, кстати, пришли результаты теста, ребенок Ирины не от него. Thank you.